Привет. Привет. Ой, Влад, а кто это у тебя? Тролли. Троллики? Да. У тебя их так много? А ты покажи всю свою коллекцию? Да. Покажи, какие у тебя есть троллики. Такой, такой. А такой, ты знаешь, как их зовут? Такой. Ой, Зитка, Дик-Дик. Эту не знаешь? Угу. Мама тоже не знает. Это новая малышка у нас есть, да? А покажи ее. Личиком покажи ребятам. Ой, какая она симпатичная, вся в красках. Прям как Влад, когда порисует. И такая. Влад, я тоже не знаю. Влад, а у тебя там какие-то два пакетика стоят? Там. Да, ну давай мы сейчас какой-то пакетик откроем. Кого ты хочешь открывать? Ну, давай один пакетик. Откуда я? Хорошо. Ой, помогает. Да, мачок будет помогать. А вон, смотри. У тебя пакетик уже. Показывай теперь, что есть в пакетике. Такой. Троллик. Как его зовут? Не знаю. Пухберт. Пуберт. Да, это троллик, у которого есть только ножки. Ой, у Влада упали его книжечки. А тетя нам сейчас покажет, какие там наклейки попалось. И что в нашей книжечке? Такая вот наклейки. И книжечка с заданиями. Класс. Влад, тебе можно снова рисовать и клеить наклейки. Вот сюда клеются наклейки, да, Влад? Влад, а что мы будем говорить ребятам? Потом. Оставьте лайки. Поиграем. Да, подписывайтесь на канал. Мачок, она будет благодарна. А мачок тебе в следующем видео поможет открыть. Говори всем пока-пока. Пока-пока.